Добрый день, хочу снять небольшое видео, такую вот полезность в этом телевизоре, в старом разбирал телевизор, вот там много чего для себя полезного нашел, вот в том числе вот такая вот штуковина. Что это такое? Это там на этом идет она на кинескоп, такой вот проводочек. Оп, он разматывается, очень такой гибкий, ну не очень, но гибкий проводочек, прочный. То есть, что еще не можно сказать, уже с одной стороны сделана петелька. Вот, хорошо, вот его можно это использовать. Для чего он может пригодиться? К одному котелку мне охота было сделать эту, там он такая кружка с отгибными ручками, сделать эту. Как сказать, чтобы, не дужку, а вот именно как дужку, чтобы вешать его. Вот это вот, на мой взгляд, идеальная штука. Она мягкая, она легкая, в принципе, она прочная, ее хватит. Если она, кстати, выдержит она там пол-литра воды, литр. Дальше, она что, ее можно связать, если она порвалась. Вот ее можно сложить в два там слоя, и так далее. То есть вариантов очень много. Вот. Что еще интересного здесь о ней сказать? Вот, иногда меняют люди эти, вместо душек делают тросики, что она не гремит, что он не гремит, как-то там вешать лучше, там, под себя там длину подбирают и так далее, как им удобней. Вот, вот это вот для тросика, вот такого самое то, на мой взгляд. Не пробовал я его пережечь, может быть это, но он будет опять же висеть надо котелком, то есть, следовательно, там особой температуры не будет. Вот такая вот маленькая мысля о том, что есть полезного для, скажем так, туриста в старом телевизоре. Вот такая вот штуковина идет. Вот она в телевизоре в старом смысле с кинескопом, а то для кого-то старый может быть уже, там, не знаю, меньше метра диагональ, это старый, который надо разбирать. Это вот с кинескопом. Можно, не знаю, как типа темляка какого-то. Темляк он навряд ли. Не знаю, сколько он здесь. Сантиметров 50, она может 60 длиной. В данном случае. Что еще? Можно просто сдать металлолом. Такая вот. Вот такой вот рассказик небольшой. Всего доброго, спасибо за внимание.